Пятеро жителей столицы КБР, занимавшихся сбытом наркотиков в особо крупном размере, задержаны наркополицейскими. Сотрудникам службы наркоконтроля удалось выявить практически семейный подряд. Более 150 упаковок наркосодержащего кондитерского мака изъято при осмотре жилища и гаража семейной пары. По оперативным данным, они уже несколько лет занимались поставками зелья в республику. Мак сбывали знакомым и только оптом. Супруги вовлекли в свой преступный бизнес родственницу и еще двух человек. Те, в свою очередь, торговали маком на одном столичных рынков и передавали наркотик в соседний регион. В качестве курьера использовали 14-летнюю девочку, которая не вызывала особых подозрений. Доводы некоторых торговцев о том, что они продавали мак на законных основаниях и ничего не знали про наркотики, несостоятельны. В нашей республике сложилась довольно устойчивая судебно-следственная практика по делам данной категории. Все те лица, которые продают мак, были под роспись предупреждены о том, что в продаваемых ими семенах мака содержится наркотик, и в случае повторения подобных действий будут привлечены к уголовной ответственности именно за сбыт наркотиков. Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по сбыту наркотиков в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Состав преступления отягощает еще одна статья – вовлечение несовершеннолетней в преступную деятельность.